Дорогие друзья, это известный российский телеведущий Антон Привольнов. Смотрите наши новости, не переключайтесь, не забывайте то, что мы единственные источники правды о российском шоу-бизнесе. На данный момент известный российский телеведущий Антон Привольнов находится в Болгарии в одной из лучших клиник мира. Сообщается о том, что он туда уехал несколько дней назад, после того, как российские медики обнаружили у него серьезные заболевания. Правда это или нет, друзья, еще предстоит разобраться. На данный момент, к большому сожалению, связи с ним нету. Родственники сообщают о том, что якобы он улетел в Болгарию со своей семьей на отдых. Смотрите наши новости, друзья, каждый день. Уже в следующем выпуске на нашем канале мы предоставим вам более подробную, более интересную информацию, в которой вы узнаете, что же на самом деле произошло с известным российским телеведущим Антоном Привольновым.